С вами я, Даша Друже, и сегодня на моем канале, не в моем канале, а Андрей Петров. Ссылка на Андрея Петрова будет ниже в описании, или я случайно забуду ее оставить. Ладно, друзья, сегодня мы с Андреем снимаем видео, сегодня я буду проверять Андрея Петрова. Андрей Петров, сегодня желательно не смотри на коробки, Друзья, прикол сегодняшнего видео в том, что мы с Андреем будем тестировать маски. И всякие уходовые средства, то есть несколько кремов и 3 маски. Да, Андрей, не смотри, желательно. Друзья, смотрите, у меня есть 3 маски запечатанных. Я специально их заклеила для того, чтобы Андрей не прочитал название. Тут практически все люксовое. Есть только один бренд, который не люкс. А может быть 2, 2 максимум. Что тебя не устраивает, нихуя? Меня затопило! Ну и что? Затопило! Все, прекрати, все. Я не могу больше, не могу. Я же не резиновый. Немедленно откройте! Безобразие! Меня затопило! Ой, мышь! Ой, мама! Ой! Раз-два, будь нездоров, новичок наркомании. Решил вступить на этот путь, тогда уже добыть получше. Слушай лучше, рецепт для похудания, как сделать через хорошо себе намного хуже. Вникай, дебил, как отыскать дорогу к царству игл. Мигом дуй, планчестер, как винчестер, горло суй, не буксуй. Дыми почаще, это лишь этап номер один, а дальше будет слаще. Ты мне поверь, когда пройдет полгода, то тебя, дебил, догонит. Что травка даже чуть уже цеплять тебя не будет. Значит, пришло время, план вытесняет героин, и для тебя, дебил, закончился этап номер один. Этап номер один. Йо, этап номер один, дебил. Этап номер один, йо. Этап номер два, ты чё трепаться? Вот ЛВ, кретин, беги к барыге. То, чему тебя учу я, не найдешь ты ни в одной книге. Будь осторожен, смотри по сторонам. Чек прячь так, чтоб не попасть мусорам. Потом иди в аптеку, запрячь ты подальше. Здесь ты покупал таблетки, но это было раньше. Теперь ты клиент навеки, навсегда. Суперходовой товар баян, здесь не исчезнет никогда. Это пиздец. Да, да, я совсем одна. Не моя вина. Да, да, я совсем одна. Мне нужен только ты, а другой не нужен. Да, да, я совсем одна. Мне нужен только ты, и голос мой простужен. Да, не моя вина. Я совсем одна, ты мне очень нужен. Да, да, я совсем одна, не моя вина, и голос мой простужен. Да, не моя вина, я совсем одна, ты мне очень I'm sorry.
важно, быть может, вспомнит однажды. Thank you.
Блядь, почему должен? Кто кому что должен? Это некрасиво и как бы... Ну, братан, ну это ты так воспринимаешь, понимаешь? Красиво. Типа. Я считаю, что этой херни, да, понимаешь, страшно. Это мелочь, у этой штуки нет гендера. Типа, йоу, о чем ты вообще? Йоу, о чем ты? Wake up, man. Ходят слухи, что большинство мужчин очень любвеобильны, ну, из звезд. И, соответственно, перетрахали полстраны. Если у мужчины у такого маленький член... Такие, да, это мы с маленькими членами. Получается, об этом маленьком нюансе знает вся страна? Ну, или половина? Да, все говорят. Так, а вопрос? Ну, у тебя маленький член, ты перетрахался, ты как мы или все? Я не понял вопрос. Она спрашивает, смотри, нормально у тебя булава? Нет, это вообще, ну, стыдно или как? То есть, если у мужчины звезды маленький член, он вообще комплексует по этому поводу, когда спит с разными женщинами? Слушай, я бы, наверное, комплексовал, честно тебе скажу, но... Но! Воздерживался или все-таки, ну, их черт с ним? А ты что говоришь про тех мужчин, с которым Егор спал, что ли, с большими или маленькими? Я не пойму, о чем ты говоришь, черт, вопрос. У них все нормально было, если ты про пацанов про эти говоришь. Я бы комплексовал, честно, но я считаю, что, блин, ну а чувак же не выбирает себе, он такой родился. Камон, типа, а что делать? Рома Архипов чуть не лишился отца. Игорь Архипов, продюсер Татьяны Овсиенко и директор группы «Челси», был до полусмерти жестоко избит неизвестными. Двое выходцев из Средней Азии ослепили меня каким-то паралитическим газом, поражающим зрение и дыхание. Самое страшное для меня было то, что он только что перенес сложнейшую операцию на позвоночнике. Случилась трагедия поздним вечером в Санкт-Петербурге. Он был в самом центре города, рядом с обменным пунктом. Наверное, просто поджидали кого-то, кто зайдет поменять деньги. И вот так вот просто случилось абсолютно случайно. Прибили меня на дороге, один бил, второй держал и выворачивал карманы. То есть они не попросили деньги, они просто... Они не просили, они сразу напали. Они... Когда тебе в глаза заливают газ, наверное, ты уже не в состоянии, да, кому... Ну, газовым баллоном в лицо, и как бы ты уже не можешь постоять за себя. Избитого, но живого Игоря Архипова доставили на скорой помощи в местную больницу. В милицию обращаться Архипов не стал. Он не надеется, что нападавших найдут. Сейчас продюсер чувствует себя лучше и приступил к работе. Александра Куцевол, Диана Юзбекова, Андрей Скрипкин, Алексей Широков. Про новости.